Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 612, из раздела «Какие числа называют рациональными?». Определите, какая из данных точек расположена на координатной прямой дальше от начала координат. А с координатой 20 или Б с координатой 75. Б с координатой 75 будет расположена дальше от начала координат. Точка с координатой А минус 16 или Б с координатой минус 25. Б с координатой минус 25 будет расположена от начала координат дальше. В. А с координатой минус 30 или Б с координатой 15. Б с координатой А с координатой минус 30 будет расположена от начала координат дальше. Г. А с координатой минус 12 или Б с координатой 52. Дальше будет Б с координатой 52. Д. А с координатой минус 0,8 или Б с координатой 0,8. В данном случае точки будут находиться на одинаковом расстоянии от начала координат. Одна справа, другая слева. А с координатой минус 1,7 и Б с координатой минус 1,2. Точка Б будет расположена дальше. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.